Будь то для домашних перевозок по стройкам, дачам, деревням, либо для коммерческой деятельности, возить людей, окна, двери, мебель, этот автомобиль пригодится везде и всегда. На продаже Mercedes Vito 2003 года на дизеле 2,2 литра. Особенность именно данной модели – это забота хозяина. 9 лет в одних руках и гаражное хранение. Автомобиль под открытым небом не ночевал никогда. По его состоянию это заметно, потому как обычно подобные автомобили имеют коррозию, несовместимую с дальнейшим существованием. Как правило, они убиваются в работе, имеют заоблачные пробеги, на них катаются наемные рабочие, и всем на авто строго пофиг. Отчего перед вами действительно любопытный экземпляр за свои деньги. В жизни часто бывают случаи, когда данный автомобиль просто нужен. Потом его несложно продать, потому что он нужен будет не только вам. Отличное приобретение в коммерцию или просто для себя на каждый день. Плюс автомобиль может помочь где-то и заработать. Грузоперевозки всегда актуальны, а убрав все ненужные сиденья, получаем агрегат, способный возить что угодно и куда угодно. Mercedes ждет вас в автохаусе Grand. Контакты и ссылки в профиле.